Воча, дартс, броски в баскетбольное кольцо, стрельба из электронного оружия, мини-гольф – вот лишь часть соревнований, в которых могли продемонстрировать свои силы участники открытой спартакиады среди лиц с ограниченными возможностями здоровья. Мероприятие посвятили 20-летию Центра адаптивного спорта «Спартанец». В спорткомплексе Подмосковья собрались более 200 спортсменов со всей Московской области. Мы проводим спартакиаду в таком необычном формате. Значит, сначала у нас проходят соревнования по самым разным дисциплинам, доступным, простым для любого, собственно говоря, любителя спорта. Второй частью программы спартакиады стали мастер-классы, которые провели профессионалы в различных видах спорта. Например, таких как фехтование, пауэрлифтинг, армрестлинг и других. Эти люди доказали, что определенные трудности со здоровьем не являются помехой для достижения высоких результатов в любимом деле. Главная особенность фехтования на колясках – это то, что в отличие от бегущего фехтования, как мы называем здоровых спортсменов, мы находимся при команде «Готовы начали» очень близко друг к другу. И у нас нет никакой возможности подготовиться, что-то обдумать. Все пришедшие на спортивный праздник могли найти себе занятия по душе и попробовать себя в чем-то новом. Здесь очень интересно, классные разные развлечения. Занималась я, кидала в кольцо мяч. Сейчас вот хочу записаться на кёрлинг. В завершении спартакиады участники соревнований, продемонстрировавшие лучшие результаты в различных дисциплинах, были награждены грамотами. Мария Буржинская, Валерий Жиглей, Щелковское телевидение.